Здравствуйте. Проходите. Наш вид с балкона 9-го этажа. Мы живем в Варшаве, на 9-м этаже. До моря. До моря мы доходим по короткой дорожке минут за 10-15, наверное, да? Бассейн там нормальный, такой большой. Солнце вечером просто уходит немножко. Так нормально. Там вышли сразу, как солнце вылезло, все кораблики катают, развлекают народ. Жасмин, какое число? 5 сентября. Народ не так много, хорошо, тихо, спокойно. Днем солнышко светит, можно позагорать. Вода теплая, 26 градусов. Номер у нас ретро. Тут вся гостиница ретро, не отреновированная. Сколько она стоила в сутки? Ну, короче, сколько она стоит в сутки? Ну, так трудно сказать. Ну, в общем, на двоих. На одного тут парень, на одного она стоила 300 с чем-то евро, по-моему. Все
все включено. 325 все включено. А, ну там какие-то подарки, да, были еще. Самолет. Самолетом, да. Вон тетя ходит, которая мне массаж сегодня делала. Нормальная тетя массаж делает, хорошо. Ну, что, идем? Вон там тетя это. Идем, идем. Напротив Атлас, вот это Атлас гостиница, вот это Атлас, и рядом Афродита, там казино высокое, Адмирал где, вот там что ли, наверное, да? Вот это, наверное, Адмирал, сейчас покажу, там мой палец, вот это Адмирал, да, с этим куполом. Ну и там центр, где Адмирал, там центр. Вот идем, все. Ну пошли ужинать.